Эй, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый ролик по игре «Растения против зомби». Мы продолжаем играть и смотреть мод Blood on Plants. На днях мне Влад скинул обновленный билд. И, значит, тут вроде бы как добавились какие-то новинки. И давай зайдем в магазин пользователя Дэйва, и вы сейчас увидите нового Дэйва. Боже мой, ты посмотри, что с ним произошло, бедный Дэйв. Мои цены невероятные. Боже мой, бедный Дэйв, серьезно, я его еще таким ни разу не видел. Это какой-то реально, это не Дэйв, это просто какой-то безумец. Так, окей, гоу, приключения. Тут, кстати, обновились иконочки, можно заметить. Вот, смотри, тут все они погрызаны, сожжены. Боже мой, серьезно. Добавилась куча нового и... Трехпалая рука, боже мой. Знаешь, напомнила руку, это Left 4 Dead. Вот, ну, я думаю, вспомните логотип. Там, короче, тоже это у зомби отгрызан палец. И... Так, значит, все зомби обновились. Кстати, я чуточку погромче сделаю игру, потому что тут вроде бы появились новые звуки. О, боже мой, реально мод стал страшным, дорогие зрители. Серьезно, посмотри, что с растениями происходит, они... Капец, что с растениями? Так, я, короче, возьму сейчас те, которые мы еще... Ну, короче, возьму сейчас самое все необходимое. Так, вот этого мы пока уберем. Так, ну... Я думаю, такой команды растений, возможно, хватит. Так, есть зомби... Ага, с шестом... Ну, ладно, неважно. Я думаю, мы пройдем. Боже мой, как изменился мод. Капитально изменился мод. Смотри, локация новая. И все реально очень страшное. То есть, если вспоминать по первым сериям данный мод, дорогие друзья, это просто земля и небо. Потому что мод реально все с каждым обновлением страшнее, 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 страшнее. Он реально превращается в хоррор-мод. Влад, боже мой, ты такой большой молодец, серьезно. Серьезно. Не забрасывай данный мод, обновляй его. Это будет еще один крутейший мод на просторах интернета, вот, который будет именно иметь хоррор-стилистику. Потому что модов, в принципе, не так много, вот именно по растениям против зомби, чтобы они именно были вот такими страшными. Вот вроде бы... Кто-то из вас советовал поиграть в какую-то версию, называется «Лоботомия», если я не ошибаюсь названием. Я вот все-таки хочу затронуть данный мод. И еще у нас был мод Horror Edition. Вроде бы... Кстати, вот Horror Edition был жутким, но он был полностью черно-белым. И, кстати... От этого сильно глаза устают, вот знаешь, все время смотреть на черно-белую картинку. Но там было тоже страшно. Так, окей. Так, вот этот зомби, давай, давай, давай. Все, убили, отлично. Так, хорошо, погнали мину, посмотрим. Так, вот мина должна вот прям быть вообще шикарной. Блин, она вся покусана. Вообще все растения покусаны, то есть они такие тоже зомби. Ну, если вот, например, взять кабачок, то смотри, он уже превращен в некое страшное чудовище. Вот почти как херобрин из Майнкрафта. А вот все-таки подсолнух и горохострел еще имеют вроде какой-никакой живой вид. То есть они уже почти превратились в этих жутких... зомби-растения, но я не знаю, вот именно здесь сюжет покрыт тайной, дорогие друзья, что именно происходит с зомбями. Но вот, посмотрев на пользователя Дэйва, дорогие друзья, можно сразу сказать, что пользователь Дэйв переживает самые тяжелейшие времена вот в этом мире. Боже мой, серьезно, вот это самый настоящий зомби-апокалипсис. Так, окей, то есть мод превращается уже, серьезно, не в детскую игру, а в самый настоящий Horror Edition. Так вот, насчет этого черно-белого мода Horror Edition,
Я вспоминаю... Так, слушай, что-то у нас газонокосилок подуменьшилось... Блин, это... Только, блин, мы еще даже до первой волны не дошли. Какого черта? А-ха-ха-ха. Ладно, блин, походу придется переигрывать. Да. Я не против переиграть. Так вот, короче, начали поступать комментарии насчет этого мода, что где его скачать. Ребята, я чекнул ссылку, разработчик все оттуда удалил, поэтому мод больше не скачать, он остался только в записи. Если я порыскаю себя в файлах, может быть, я найду исходник, потому что я редко когда удаляю вообще какие-то либо моды. Только если старые версии, если вот, например, Влад выкатывает обновление, то я удаляю старую версию, ну, потому что новая версия подъехала. Вот насчет других модов, я их почти не удаляю с компа. То есть я их храню отдельной папкой, и, по идее, где-то должен исходник быть. Черт! Боже мой! Понятно, короче, надо переигрывать, потому что нам не выжить. Нам не выжить вот дальше, это невозможно. Там дальше пойдут очень сильные зомби, вот, то есть, зомби с газетой еще будет. Так, короче, надо решить сейчас, значит, вот это растение. Так, это обязательно, это обязательно, это обязательно. Так, колючки, почему бы и нет. 300, ну, блин, он 300 стоит, это... Огромный орех, который нельзя перепрыгнуть, имеет 4 раза больше хп. А, ну понятно, почему 300 солнышек. Так. Нам надо как-то защищаться. Я не знаю, мина, ну смысл. Так, время также взрывается 3 на... А, то есть на, прям на 9? Ё-моё, ну это хорошо. Да, у нее... Большой объем у мины, то есть, когда она взрывается, прям как во второй части. Так, ну-ка, может... Дорого, 300. Лучше я оставлю тогда орех и возьму еще орех. Или... Блин, нет, все-таки надо будет взять тебя. Блин, музыка страшная. Капец, этот саундтрек я вообще уже не слышал. Готовься к смерти, о боже мой. Черт. У нас как миссия... Так, у нас, значит, ну, как бы третья глава игры, и получается 9 уровень. То есть, возможно, будут потом ночные уровни. Так, погнали. Погнали, погнали. Опять же, дорогие друзья, это хардкор мод. То есть, этот мод не только имеет жуткую стилистику, он к тому же еще и хардкор. Поэтому тут в какие-то моменты могут быть просто толпы зомби. И... Да, вот... То, что хардкор... Это жестко, это жестко, одним словом, ребят... Тут только набивать скилл. Серьезно, я даже не знаю, какой мод для начала посоветовать из хардкорных. Ну, чтобы, знаешь, набить какой-никакой скилл, чтобы в будущем потом проходить еще разные моды. Насчет этой тематики, блин, пожалуйста, убей. Давай, 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 давай. Чуть-чуть есть. Все. Так, вот главное вот этого задержать. Угу. Так, давай, давай, давай. Скорее грузись, грузись, грузись. Все, готово. Так. На всякий пожарный здесь колючки поставлю, дорогие друзья. Блин, они медленно грузятся. Я что-то не сообразил. Надо было заранее уже колючки организовать. Так, подожди-ка, нужно еще побольше подсолнухов. Блин, 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 блин. Так, короче, давай вот здесь. Отлично. Давай, стреляй, 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 стреляй. Это же зомбот, а не, блин. Ну, как бы вообще все зомби вот эти
что имеют растения на голове, это все замботани. Так, сейчас надо поставить еще. Мозги, блин. Мозги. Я не дам вам мозги. Ну, то есть мозги пользователя Дэйва. Он и так, блин, вообще жутким стал. Серьезно, я его не узнал. Блин, даже монетки покусаны, офигеть. Монетки покусаны. Капец, зомби в этом моде прожорливые, дорогие друзья. Они все кусают. И монетки, и вообще... Все, что не попадя. Так, черт. Ну, этот орех должен выдержать. Он должен выдержать все эти ужасы. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, прорвался. Так, 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 блин, какая, к черту, могила здесь? Какая, блин, могила здесь еще может быть? И здесь могила. Так, короче, колючки, я что-то про них забыл. Блин, надо, наверное, было вместо колючек все-таки брать прекрасный могилоед. Ну ладно, слегка затупил. Блин, я уже куча месяцев не был в этом моде. Так, приближается большая волна хардкора зомби. О боже мой, готовимся, дорогие друзья. Готовимся, готовимся. Черт, я забыл про бассейн. Я про бассейн забыл. Блин, черт. Нет. Я серьезно, я забыл защитить бассейн. Так, короче, нафиг, давай, бум. Блин, пожалуйста, грузись, скорей, быстрей. Так, солнышки берем. Орех, когда ты там уже загрузишься, черт побери. Так, все, здесь защитились. Окей, сейчас главное вовремя использовать. Вот здесь, ага. Все, так, тебя мы выкопаем под солнышко. Эй, в смысле он проходит? В смысле, он проходит? Нет. Не может быть. Кабачок, работай, давай, есть. Все, хорош. А почему он прошел? Может, это какой-то баг? Ты, блин, нет, только не ты! Только не ты, черт! Так, есть! Все, загородили. Блин, зомби бобслей сейчас тут натворит делов. Черт! Зомби-шкатульник! Ни в коем случае! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, он там сейчас может все подорвать к чертовой бабушке! Так, короче, смотри. Надо устранить его. Надо его деактивировать. А, нет! Черт, блин! Блин! Прорвался! Козел, блин! Черт! Ай! Давай, этого утаскивай туда, этого, блин, пошел к черту. Давай, да блин. Капец, я не успеваю, блин, дай бог, чтобы за сегодняшнюю эту серию пройти хотя бы один уровень. Так, о, черт, давай, бум, есть. Блин. Капец. Так. Черт, что там происходит? Машина перевернулась. Ну, короче, ты сам видел. Этот замботани на тачке перевернулся. Блин. Нет. Ни в коем случае. Иди нафиг, блин. Ладно, давай смотреть Game Over. Блин, ну и самый угарный Game Over. Так, начать выживать снова. Да. Это жестко. Так, окей, меняем тактику. Значит, подсолнух. Вот эти вещи. Могилоед. Конечно же, орех, конечно же, пень факир,
Да я даже не знаю. Тройной горохострел давай. Мне кажется, вот с тройным будет более проще. Возможно. Так, вот колючки, они помогают, но, блин, нам надо больше защиты. Нам надо больше защиты, понимаешь, эти старики, они, я вообще забыл про эти лестницы, они, короче, наставили своих там лестниц и все. Все зомби начали пробегать, просто. Так... Окей, короче, надо каким-то образом поставить две линейки подсолнухов, чтобы прям хватало, дорогие друзья. Так, смотри, у меня план. Пока идут первые два зомби. Если мы их быстро убьем, то подойдут быстро другие. Короче, мы сейчас максимально их растянем, как бы они будут идти, идти, пока они дойдут, мы как раз успеем хотя бы засадить все подсолнухами. Все засадить подсолнухами. Короче, тактику прям меняем. Так, здесь можно уже тройной горохострел поставить. Отлично. Так, все, окей. Пока все идет идеально по плану. И я прям здесь поставлю орех. Так, здесь я поставлю вот так. Короче, чтобы нам быстро это добывать... трех стрел, мы должны сейчас прям реально две линейки подсолнухов здесь втопить. Так, 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 так. Окей, к этому времени загрузится еще один кабачок, пока этот зомби идет. По идее, сейчас будет идеальнейшая тактика. Так, вот здесь ставим, ставим, ставим. Так, пора тебя уничтожать, дорогой. Давай, бум. Отлично. Вроде бы, я вспоминаю, трех стрел как раз мы использовали очень часто в последних уровнях. Это прям реально помогатор такой вот, вообще жесткий. A few moments later. Кстати, в магазин пользователя Дэйва надо будет заглянуть. Так, спокойно, что-то зомби начали там переползать. Да иди ты нафиг. Есть. Так, опа, готово. Черт, зомбот они, он все портит, он все портит, он все портит, он все портит. Кабачок, давай. Черт, он все портит. Он, блин. Ай, надо было колючки брать. Да как, у меня же все необходимые растения, понимаешь? Черт, зомби кошмарят. Вы издеваетесь, да вы издеваетесь, да вы. Серьезно же, зомби кошмарят. Так, короче, смотри. Я их не пропущу. Я их не пропущу здесь. Ни в коем случае. Так, отлично. О боже мой, снова волна. Снова волна зомби. Да ну нафиг. Я от первой не успел еще одыбаться. А, ха-ха-ха-ха, снова, снова. Ладно, уж лучше зомби-бобслей, чем вся эта остальная фигня, боже мой. Так, короче, давай, 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 давай. Зомбота не один, вроде бы. А, нет, второй еще идет. Идет второй. Так. Давай, давай, чуть-чуть, хотя бы их на доли секунды задержать. Сюда грохострел, отлично. Давай, выноси, дедов, да выноси, он же легкий, боже мой. Вас так кучей стреляют. Давай, огонь, 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 огонь. Так. По кухам. Есть, есть. Блин, нет, 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 только не ты, только не ты. Не дай бог ты взор... Нет, 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 он взорвался, он взорвался, он взорвался, он взорвался, сволочь. Это сволочь. Блин. Черт. Жестко. Жестко. Кабачок, пожалуйста, грузись быстрей. Грузись быстрей. Хотя, 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 хотя. Давай, 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 давай. Готово. Есть. Давайте, стреляйте, дорогие мои.
стреляйте, мои дорогие. Блин, да ты не того, тут целая толпа этих дол... Я не ругаюсь. Все, я не ругаюсь. Просто нервы, дорогие друзья. Просто нервы, потому что серьезно. Здесь зомби просто пытаются изо всех сил прорваться, реально. И у них есть на это большие шансы. Так, давай, бум. О, черт. О, черт. Нам главное продержаться. Еще одну волну, дорогие друзья. Давайте, горохострелы. Давайте, вас много. Они одни, эти зомби. Нас много и нас больше. Ваших горохострелин больше, чем этих зомби. Вот наверху что происходит? Вообще просто безумие какое-то. Короче, давай. Он кабачок взорвал. Он взорвал чертов кабачок. Он взорвал чертовы кабачок. Шикарно. Они прорвались, ладно. Главное сейчас быстрее здесь все зафигачить. Все, короче. Если это последняя волна, хотя это не факт. Потому что всегда есть секретная четвертая волна в таких уровнях. Короче, нам надо сейчас здесь быстро все укреплять позицию. Укрепляем позицию. Жестко. Как же вас, дорогие мои, уничтожать-то? Так, давай. Бум. И вроде бы и тройной горохострел, и уже и все там. Блин, надо счищать могилы. Они же из могил поползут все. Так, давай. Ну, короче, нет, там уже нереально остановить. Просто нереально уже. Можно было бы, если бы был бы Джалапена, но... У меня нету лишнего слота, абсолютно. Вот тут еще можно попробовать остановить, но нет. Вообще. Жесть, боже мой. Короче, сегодня, наверное, только один уровень за всю серию будем проходить, потому что я что-то не могу тут реально. Хотя, если это вот это последние зомби, я готов сейчас под на... Нет, это не последние зомби, блин! Хотя, может быть, это последний, слушай. У нас есть шансы на... то, чтобы выжить. Так. А, хотя нет, у нас нет, походу, шансов. Зомби, газетчики. Боже. Давай. Ах ты ж, черт, прорвался один все-таки. Пролетел прям вообще. Ужас. Короче, гоу. Еще раз. Пытаемся, дорогие друзья, пройти хотя бы один уровень. Так. Обязательно тебя, мой дорогой. Обязательно, может быть, колючки взять. Мне не хватает еще одного слота. 8 мест. Да, мы покупаем. Мне это надо, пользователь Дэйв. Сажай это на свои подсолнухи и чего-то там. Действуй, ведь я безумный! О, боже мой. Угарный. Так, вот теперь у нас шансы уже повышаются на прохождение данного уровня. Так, значит, 8 слотов. Теперь я могу смело взять вот это растение. И вот сказать, дорогие друзья, что вот теперь... Это будет идеальнейшая команда. Сейчас теперь главное, вот как пойдет зомби.
Конечно, а что эти монеты копить? Ну что, мы зря их собирали все это время? Вот все накопили. 10к и купили себе 8-й слот. Давайте, короче, сейчас быстренько вот здесь еще. А, эй! Эй! Не-не-не-не-не, как куда еще? Попер, блин. Черт, там еще один зомбот они. Так. Давай. Их сколько? Трое. Нет, только не снесите орехи, блин. Давай уже, где ты там? Бум. Черт, они мне орехи все погнули. Я, блин. Черт, только не ты, типок, ты дурацкий, блин. Давай. Бум. Ах ты ж, черт, да как ты так мимо? Мимо. Серьезно, достали просто. Капец. Как вас уничтожать? Как, скажи? Зомбот, они вы хреновы. Серьезно, от этих зомбот они куча проблем. Давай, Джалапена, есть. Черт, меня зомби с дельфинами штурмуют. Вот один уже прорывается. Блин. И как мне вас уничтожать? Серьезно, вот как? Короче, это гейм овер, дорогие друзья. Можно дальше не играть, потому что дальше пойдут еще большие толпы зомби. Короче, рестарт, все. 5 minutes later. Итак, мои дорогие, тактика изменилась. Как вы можете заметить, новую раскладку. Я тут подумал все-таки взять ледяной горохострел. Во-первых, он замедлит максимально зомбаков. Во-вторых, с тройным горохострелом это просто идеальное сочетание. Получается, зомби идут медленно, плюс еще трех стрел сносит им кучу хп. Серьезно, у него здесь много хп. У данного растения. Так, и главное сейчас нам поставить еще вот здесь трех стрел. Так, зомбота не пока нет, хотя это первая волна. Короче, зомби тоже меняет тактику, на удивление. Это очень странно, но это даже хорошо, что нету зомботани. Так, главное нам еще снежных посадить здесь. Так, вот этого мы чуть-чуть пододвинем. Так, значит, колючки. Обязательно поставим везде поставим колючки. Короче, максимально... Воу. Так, этот пират сюда идет. Так, подожди-ка. Все, уничтожили, отлично. Так, спокуха, вот уже зомботани. Я тебя подкараулил, ты такая козлина. Эдакая. Вот. Серьезно, у нас еще Джалапена есть в кармане, который должен, ну просто вообще там. Ё-моё. Так, короче, давай-ка здесь. Работаем джалапенкой. Так, о, черт. Блин, давайте. Тихо. Что-то зомби тут разбушевались. Блин, здесь что-то не так. Подожди, стоп. Да блин, уничтожьтесь. Идите к черту. Так, вот тебя же. Опа, все, давай, бум. Давай, замедляй этих зомбаков, замедляй. Вы же ледяные горохострелы, сможете все. Вот только минус то, что в эту команду нельзя добавить могилоеда. Вот если мы в будущем купим 9-й слот, ну я хз, когда он будет доступен, но мы обязательно займемся покупкой данного произведения. Вот как раз, чтобы дополнять вот еще вот. То, что уже 8 слотов, это шикарно. Так. Короче, надо сейчас... Колючки. Больше колючек. Так, спокуха. Давай здесь. Отлично. Так, вторая волна зомби.
Ух. Мощно, 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 мощно. Так, спокуха. Желательно так. Отлично. И прогреем зомби и зомбаков. Короче, отлично. Так, вот зомбот они. Великолепно, великолепно. Просто. И, короче, и поджарим зомби. И заморозим зомби. Все сделаем. Лишь бы пройти. Так. Отлично. Так. Да, могилы, конечно, сдвигают нашу команду в плане того, что вот реально они ее двигают. Так, давай здесь. Так, ну можно еще вот. Черт. Орех, орех, орех. Сейчас вот главное. Давай, 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 есть, все готово. Так, спокойно. Спокойно, 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 блин. Что-то их много как-то. Черт, блин. Так, спокойно, блин. Давай, 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 я туда прям джелопена. Хоба! Все, снесли нафиг. Так, отлично. Все, здесь давай тройной. Так, вот здесь еще тройной поставим. Понимаешь, тройной он быстро грузится. Прям вообще моментально. Быстрее всех. Давай, стреляй, стреляй. Короче, уже нафиг. Вот так, вот так. Вот так. Отлично, так, так, так. Тихо, 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 тихо. Едет. Едет. Сволочь такая, так. Давай, давай, давай. Быстрее, может, успеем. Так, короче, давай вот так. Бум. Готово. Так, тихо. Блин, лестницы свои задолбали ставить. Давай, давай, давай. Давай, бум. Все, готово. Так. Тихо, 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 тихо. Окей, этого колючки ждут уже. Ждут, не дождутся колючечки. Давай, прям на колючки. Вставай на эти колючки. Вставай, вставай, дорогой. Давай, сейчас... Сейчас, давай, уже чуть-чуть осталось, блин, есть, все. О, блин, что это за... За звук был, боже мой. Так. Вот это с орехом, они все переползают, ты посмотри, что вытворяют. Гадские зомби, гадские зомби, гадские зомби, спокойно. Спокойно. Блин, даже не знаю, где лучше, давай здесь. Пофиг, загрузим. Так, давай тут. Тихо, 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 колючечки, колючечки. Управа на вас найдется. Давай, кабачок, бум, вот так, все, хорош. Вот тут вот так, защита, защита. Защита, блин, серьезно, там кто-то из Mortal Kombat говорит, что мы должны сдохнуть. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так. Отлично, зомбота не здесь. Так, хорошо, вас бум. Отлично, я тебя не пропущу. Я вас не пропущу, блин. Никогда. Только под конец волны, блин, пропущу. Вот, вот когда реально, вот черт. Так, давай здесь, 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 здесь. Смотри, как прорываются. Смотри, как прорываются просто. Вообще, 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 одним словом. Блин. Все, идите нафиг. Блин, я что-то курсор потерял мышки. Так. О, ё-моё, ё-моё. Давай здесь взорвем. Спокойно, 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 боже мой. О, боже. Так, тихо. Тихо, тихо. Чёрт. Блинский, блин. Так. Ты, пожалуйста, скажи, что это финалочка. Скажи, что это финалочка. Скажи, что это финалочка. Так, так, так. Походу, это финалочка, дорогие зрители. Блин, я надеюсь, что это финалка.
Так, давай. Да! Yes! Готово! Оу! Круто. Здравствуйте, говорят, что вы хотите устроить вечеринку в бассейне. Это здорово, мы тоже заглянем, искренне ваши зомби. Окей, но вечеринка, дорогие друзья, состоится в следующей серии, по возможности, так что да. Такие дела. Всем спасибо за просмотр, сегодня у нас серия конкретно большая, так что вот... Не забывайте подписываться, делиться этим роликом, ставить, конечно же, большой палец вверх и, конечно же, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые следующие ролики. И также все серии других растений против зомби есть в плейлистах на канале. Всем удачи, дорогие друзья, всем бай-бай.